И всем привет, с вами Павешка, и я продолжаю играть в игру Аквамир 3D Аквариум. И, наверное, это уже будет одна из последних серий, потому что я планирую уже заканчивать. Ну, нечего делать, я по друзьям походил. Сейчас я расскажу вам предысторию. 1020 монет мне сегодня дали. Это очень хорошо, потому что у нас теперь есть деньги у нас. У меня. Давайте половим удачу. Вот эта лотерея всегда мне сбивает всю мою мысль. Я что-то хочу сначала рассказать, а она берет и сбивает. Мне, конечно же, сейчас опять дадут повторную крутку. Ну, я еще раз крутану бесплатно. Поздравляем, попробуйте еще раз, крутите бесплатно. Ну, я надеюсь, мне еще раз бесплатную крутку не дадут. Ну, конечно же, дадут. А еще раз я смогу покрутить? О, да, еще раз крутить. А, эта крутка, наверное, дает, что типа, крути еще раз. Мне ее еще раз дали. А нет, 500 опыта. Поздравляем, вы получаете 500 опыта. Ну, это хорошо. Это очень хорошо. Я хочу сказать, что мне Дмитрий рассказывал, что он оживил моих рыб. Но что-то незаметно у меня до сих пор лежат мертвые рыбы. Ну, может, он других оживил? Сейчас я посмотрю. Ну, для начала нужно покормить всех моих... Мои барбусы. Я не понял, вот он, какого он? Второго уровня. Нужно покормить всех моих рыб. Он мне рассказывал, что он тоже моих рыб кормил. У меня тут плавает кардинал, он его раскормил. И гуппи. Надо будет больших рыб сажать, чтобы он не смог их кормить. Потому что большие рыбы очень редко едят. Ну, вот барбус, он очень редко ест. Поэтому он всего второго уровня. Я его уже продать могу за целую тысячу. Но нет, я всех покормил. Сначала пройду по другим аквариумам. Второй аквариум. Он оживил мою медузу. Глядя, ну, покормлю ее. Интересно, как медуза ест? Ой, я не стал это врезать. Да я и сильно чутко не сделал. Я чихнул. Медуза тут у нас покормлена, все. И я хочу сказать, то видео, которое вы сейчас увидели в начале, ну, просто мне было нечем заняться. Я каждый день все равно играю в Братва и Кольцо. Если вам интересно, вы можете скачать это видео, ну, с помощью специальной программы, и замедлить то, что я там говорил, и послушать, что я рассказывал. Да, но... А я это до такой большой скорости ускорю, что вы не поймете, что я говорил. Именно в простом смысле. Вам нужно будет замедлять, 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 самим скачивать. Вот, а это ваша проблема. Если хотите, скачивайте, пожалуйста. Я заметил, у меня тут что-то в сундуке лежит. Какой-то штурвал вынуть. О, я тут не хочу, хочу вот тут. А его что, по размеру можно увеличивать? Ух ты! Я хочу маленький. Это будет у нас такой маленький-маленький кораблик. Чтобы я его смог двинуть, нужно его сделать побольше. Он ляжет вон туда, будет маленьким. Ну, пусть все знают, что у меня есть штурвал, который за 6000 продается. А сколько он стоил тогда? 1040. Тут туванчик за 3000. 2500. 3. Тут все такое дорогое. Продать бы этого дракона, да? 1500? Нет. Ну, я хочу посмотреть, что у меня еще в третьем аквариуме. Оживил угря. Молодец. Я, наверное, не буду. Ну, короче, когда у меня был маленький этот угрь, я его фотографировал. Он голодный. Ой-ой-ой. Кажется, я знаю, почему он голодный. Он ест гупешек. Нет, это плотоядный. Так, выполнить, покормить 25 рыбок у друзей. Тут ведь задания какие-то есть. Продать, продать, купить. Три разных вида хищников. Продать 500 неонов. Продать, отправить, принять. О, скормить 500 рыбок хищникам. Мне 4 рыбы всего осталось скормить хищникам. Ну давайте, скормим ему гупешку. На, ешь. Посмотрите, как угорь их ест. Сейчас он. Сейчас. Смотри, смотри. Всего и съел. И еще одну рыбку держи. Он их током вот так бьет и съедает. А, прямо в рот залез этому актеру фильма Немо. Ну, угрю все нипочем. Ему лишь бы съесть рыбу. Да он еще одну хочет. Мы сейчас что, задание выполним? Ешь. Угорь. Молодец. Что там? Пялишься? Я вижу, что ты не съел рыбу. Нет. О, встал ему и
Вы получаете один бриллиант? Ой, золотая звезда. Золотая звезда, это хорошо. Дайте мне золотую звезду. О, круто. Теперь мне нужно кормить 2000 рыб. И 35 заданий. Ну, сначала я хочу чистить аквариумы. Так, всех рыб я ему скормил. Все, хватит тебе рыб. Хватит ему рыб. Пожалуй, я схожу еще в 4-й аквариум. Что у меня там? Да он и манту мою оживил. А, о, о, я хотел его переименовать. Стайл. У него будет манта стайл. Нет, стайл манта. И я знаю, что первый уровень... Первые 10 уровней, где он плавает, будет давать что-то там повышенный опыт какой-то. Я хотел купить дискусов. Где-то тут дискусы. Я их сейчас найду. Вот. За 289, 312. Там где-то еще есть. 289, 312. Или что? Или там скаты какие-то были. Ну, сейчас я посмотрю. 289. 312. Вот, это тоже дискус, но он 2 бриллианта стоит. Я помню, тут скаты какие-то были. Вот. 277. Это не то. Вот, 250. 250 вот этот. Он на какой? Он где-то вот вот тут. А до этого мы видели вот дискусов. Они за 289. 73 опта. Короче, вот этот за 250, он самый выгодный. Он всего раз в 22 часа ест. И будет очень хорошо, если я его поставлю. И скаты тоже. 96 часов. Все, все, все. Я покупаю дискуса. Дискуса, да? От него очень большая прибыль. Раз дискус. Два дискус. Три дискус. Четыре. Не хватает чуть-чуть. Ну, их надо покормить. Ничего себе, 7 минут прошло целых от видео, а я так еще ничем и не занялся. А скат у нас что, простой? Я думал, он плотоядный. Ну, ешь простой, только как ты ешь? Тебе ведь рот не открыт. Вот дискусы сейчас едят, я хочу посмотреть, что это. Увеличить. У меня есть 5 увеличалок. Ускоритель роста. Другой аквариум. Ну-ка. Дискусы поели? Все, все, я иду мой первый. Ну как это? Я вышла, нитки нагадили, и все. Я почищу аквариум. 20 опыта, ладно. Схожу в первый аквариум. У меня там все сохранилось. И надо бы мне заняться продажей рыб. У меня было 2 барбуса. 2 барбуса. Где они? Вот раз барбус. Он 2 уровня, еще рано, нужно продавать 5. Потом купил еще. Потом купил еще кардиналов. Нет, не кардиналов, черных неонов. Или кого я забыл? Где они вообще? Вот он, вот он. Вот мелочь. 9 уровня кардинал. Я думаю, его стоит продать. Продается он за 164. А покупал я его за 18. Ничего себе. Продать кардинала. Где он? Куда он уплыл? Не хочет, чтобы я его продавал. Я всего одну штуку вроде купил. Кардинал. Тип 164. Ну, это хорошо. Гуппи уже голодные. Ну, потому что они раз в 7 минут едят. И как только я зашел, я их покормил. И эта штука голодная. Она что, не доела? Да гуппи, все, давайте, наедайтесь. Я вас сейчас продам. Да, я купил барбусов, а потом еще гуппи. Гуппи я вроде 2 штуки купил. Где она? Вот раз. Для всех гуппи красный за 124, а я покупал за 14. Еще бам за 124. И что, и все? У меня осталось. Да ё-моё! Я видел, что ты голодная. Осталось еще у меня 2 барбуса. Вот раз. 2 уровня. 2 2 уровня. И дискусы, которые плавают вот тут. Ну, они еще ни на 1% не выросли. И я решил, что раз уж у нас тут живые люди, можно на них позаходить. А к Екатерине я зашел за то, что у нее грязный аквариум. А у меня все-таки задание почистить грязные аквариумы. Тут почищу и тут почищу. Рыб я никаких оживлять не буду. Ну и вот, я хочу сказать, что вот этот Дмитрий зашел и оживил мне всех рыб. Вот этих всяких скатов там и мне это не понравилось, потому что... Видео-то называется «Эпоха Возрождения», а он раз и все.
и оживил мне. Нет никакой эпохи возрождения. Вот я ему сейчас возьму и лорд Халп. Энигма? Энигма? Рыбка, Энигма. Ко все ешьте, а Энигма не ешь. Я тебя поймал. Все, сейчас я тебя... Нет, 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 нет. Где Энигма? Нет, я потерял ее. Вон она. Вон, вот. Юкола. Сабина. Ладно, вы видели Энигму, да? Я в последнее время что-то про доту очень часто говорю. Это плохо. Так, участники. Конкурсы в этой неделе. Ну-ка, что это? Дурацкий аквариум у тебя. Это что? О, для одной рыбы такие хоромы. Лайк, хороший аквариум. Ну, к Дмитрию, мы были у Дмитрия. Покормили у него тут всех рыб. Аквариум грязный. Ну, что он выращивает этих скатов? Они ведь невыгодные. Ты их покупаешь за 20 тысяч. А в конце тоже продашь за 20 тысяч. Ну, опыта много дадут, но... Как-то это странно. Они у него выросли всего на 43%. Не знаю, для чего их вообще покупать, но я как-то покупал. Они у меня сдохли. Потому что я не заходил. Вот, покормлю у него сейчас еще последних Лорд Хаус, схожу к Павлу. И все. Павлу я не буду, наверное, не дарить никаких подарков. У меня есть деньги, я хотел как-то показать, что типа, смотри, вот он я. Но решил так не делать из-за того, что он ведь живой игрок. И я хочу ему вот так сюрприз сделать. Он заходит, а у него все рыбы сытые. Вот я монетку лучше разобью в его аквариуме. Я ведь сейчас, если бы зашел, мне бы, если бы Дмитрий не сказал, что он возродил моих рыб, я бы удивился, о, кто это? И у него потом спросил. А вот этот Павел вообще меня не знает. Именно я с ним не общаюсь. Ну, как бы видите, там взрослый человек. Я вот по всем аквариумам сейчас у него пройдусь, покормлю. Почему не показывается, что в этом аквариуме голодные рыбы? Тут ведь голодные черные неоны. Почему-то он любит очень черных неонов выращивать. А, черные неоны, они очень быстро едят. Сколько они стоят? Ну, я не смогу посмотреть, находясь в чужом аквариуме. Ну, а задание тут какое? Вот кормить чужих рыб вроде бы. 25 тысяч рыбок у друзей. Это очень много. Вот третий аквариум у него еще раз черных неонов покормлю. Он зайдет. О, пятый уровень, классно. И все, и будет душевно рад тому, кто их покормил. Блин, вы ведь так сильно слышите мышку. Я понял, в чем проблема, почему вы меня плохо слышите. Сейчас будет очень сильное жужжание. Ну, я ничего не исправил. Надеюсь, звук не испортился, но я все равно закончу на этом видео. Я иду домой. Захожу в мой первый аквариум. Мне один подарок откуда-то. Королевская грамма. Давайте ее посадим в четвертый аквариум, потому что тут у нас скат плавает. Ну, спасибо Дмитрию за этот подарок. Я его сразу не заметил. Надо ее покормить. Раз во сколько она ест? 11 часов. 17 часов. Ну, а в конце концов, сколько? Часов 20 вроде бы там. Один день и 5 часов. Ну, надеюсь, я ее продам, и у меня будут деньги. Ну, все. Я прощаюсь с вами под этим видео. Я, Павешка, сейчас сидел с вами и разговаривал. 15 октября, дорогие игроки. В игру добавлена рыбка-скелетик, рыбка-призрак. Ну-ка, встречать праздник Хэллоуин, новое обновление по игре, разнообразные декорации, рыбки и фоны будут доступны в игровом магазине в разделе подарков до окончания Хэллоуина. Я хочу рыбку. Я хочу рыбку скелета. Их тут нет? Рыбка-скелет или какая-нибудь рыбка-призрак, или они только с последнего уровня доступны? Я сейчас посмотрю. О, тут какой-то морской дракон. Скат речной. Нет, их, наверное, нету. Черный дьявол, это просто рыба? Я думал, это у меня питомец такой плавает. Ну, нет, тут нету этих рыбок. Они, наверное... Хэллоуин-то уже закончился, и они, наверное, закончились. Ладно, все. До свидания, зрители. С вами был Павешка. Я до свиданькаюсь с вами. Пока.